Собака бывает кусачей, только от жизни собачьей, только от жизни собачьей, собака бывает кусачей. Нету солнышка, да, Степушка? Нету. Ой, ты хороший. Спаля-спаля, так же спаля на окошечке, так же спаля. Всех субботы, мои дорогие друзья. Так получается, что я видео снимаю. Или когда... В общем, видео снимаю в машине. Я просто очень часто в дорогах, в разъездах. Так что, может, кому не заходит, что я в машине. Вообще, я, ребят, погода, значит, апрель месяц, да, завтра у нас Пасха, сегодня у нас суббота, тепла нет, небо затянуто, очень холодно, мокрая земля, абрикосы отцвели, мы их не увидели даже, как они цвели, потому что даже солнышко не блеснуло. В общем, мои дорогие украинцы, вы все понимаете, у вас видно то же самое. Интересно, что нас ждет летом? Ну, все показывает, на все показывает, что лето будет очень холодное. Будет очень холодное лето. Там сегодня девочки мне многие писали, будут пасочки делать, да? Да что такое, камера? Ну, куда ты свою жопу выпер, блин, а? Ну, и как я должна ехать? Ну, назад, давай, сдавай! Разойди, земля, я еду. Сикагуре водитель. Фу, я вышла из дому. Я вчера в такой передряге были с Людой. Ой, девочки, я просто в шоке. В натуре мы мужики, а не бабы. Вчера и дрались. Но не с ней. Надо было. Такое вытворяли. Приехали. Девчонки, вас провести полтора ночи. А это мы сами. А комендантский час. Аккуратно, пожалуйста, едьте аккуратно и быстренько домой. Давайте домой. Ничего, ни документы не проверяли, им ничего не дышало. Молодцы, пацаны. Есть такие менты классные. Есть люди. И я заметила в последнее время их все больше и больше и больше и больше. Тоже им не сладко. Ох, я вчера. Я не буду рассказывать. Потому что здесь же сидят, ждут прям, выжидают. Мне Люда говорит, когда это хед был на меня, когда, помните, я у вас денег у всех просила на помощь мне. Сидели, как сука, в засаде, ждали. Литературное слово, сука. Мать его так. Я просто сейчас стою на большом стрессе, друзья. Знаете, за ниточку ухватиться. Прям за ниточку ухватиться. Чтоб как-то побольнее ударить. Я вот все думаю за эту женщину, которая мне написала. Она мне все равно смотрит. Кстати, она с Украины. Будет в семье очень плохо. Но пиздец же не заканчивается. Пиздец не заканчивается. Он только усугубляется. Сука, так не хочется вот эти радикальные меры принимать. Это просто какой-то кошмар. Если некому за тебя защититься, делаем что? Защищаем себя сами и даже кулаками. Знаете, только что вчера еще поняла, что я такая бабенка. Ого-го. Как показывает практика, я себе хер в обиду дам.
откуда столько дури берется в стрессовой ситуации? Откуда у человека в стрессовой ситуации вот столько дури, вот скажите, а? Я вот смотрю, и мне девочки, многие мои приятельницы, которые признаются в том, что они меня смотрят, говорят, ты такая женственная, тебе столько женственности, ты и так ручкой поведешь, и так ручкой поведешь. Прям ну столько в тебе всего этого женского. Я говорю, что как у педика. И я вчера поняла, что у меня не только во мне есть женственное, во мне очень много мужского. Знаете, бывают такие ситуации, хочется прямо рвать зубами. Ладно, это так. Праздники идут. Праздники идут, холодина. Уже в натуре люди дуреют, вот это вот у них, это, скажите, действительно, это какая-то луна ретроградная, вот эти сходняк планет на людей влияют. Люди посходили с ума, люди столько во злых, столько злых людей. Так раньше хоть были злые, хоть, а сейчас же люди чуть что хватаются за булаву. Люди должны парковаться. Что такое? Прям на секунду тормознула. Куда там? Езжу с баллончиком, теперь и с дубинкой. У меня баллончик был всегда, а теперь дубинку вашему положила. И мне похер, чтобы разные расы не приставали. Нет, спасибо. Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь. Виталя, ты решил поухаживать за тигрей? Я Виталя, Филя, какая разница, мама? Смотри, как он ее обнял. Мои сладенькие, мои хорошенькие. Ой, ты мои. Нет погоды. Погоды нет вообще, мама, я в шоке. Так самое, что и не разведница вообще. Да подожди, я снимаю. Что ж ты с этим телевизором? Да боже ж ты мой. Степушка рядом, котики рядом. Мадам, а ты потом картошку, когда почистишь, на подкрасься чуть-чуть. Так, в этой одежде буду. Все, пошла я управляться. Все равно. Надо жить на позитиве. Хоть и думаешь, что ты придурок. Но ты не придурок. Как там, каструляка. Девочки, ребята, мои хорошие, я не знаю, значит, не все так в Украине плохо. Я бы сказала, замечательно все в Украине. Кофе, сахар, сила курица, водичка. Это помимо того, что я вчера еще сказала, типа завчера и позавчера. Два майонеза. И картоха. 400 гривен. 400 гривен. Вчера. Колбаса 100. Капуста 40. Хлеб 30. Яйца 70. Это каждый день, каждый день, каждый день. Не, не закупки. Не на закупки. Людей. Боже мой, боже мой. Вы знаете, что меня порадовало? Единственное, меня порадовало, что сало как было 200. И, слава богу, не 400. И порадовало еще, это, скажите мне, мясо. Как было 300 гривен килограмм, так и осталось. И яйца не по 100. Яйца как были 70, так и есть. О, цены. А людей. О, и не только в АТБ. В каждом закоулке, в каждом куточке. Кстати, девочки, кто пьет кофе растворимый, это я. Ну, не могу же я быть такой одной.
да, которая пьет только одна. Так, по акции купила. 120 грамм за 70 гривен. Акция ВТБ. Представляешь? Повезло всех. Хоть в этом повезло. Короче говоря, девочки, я не знаю, как, может, там где-то в Варусе есть. Я в Варусе давно, у меня не по пути Варус. Куда ни с кафе кофе пропало? Нигде нету ни с кафе. Ну, в пакетах я имела в виду. Знаете, пакетики были такие, бомжатские. Вы знаете, хорошо, когда у мамы есть коты. Вот заходишь, как в детский садик. Она с ними разговаривает, она их кормит, она их моет, она глазки протирает. Она с ними бесконечно ведет какой-то диалог. Мы с Тудочкой как-то ехали и говорили, что наша мама один дурдом, ну дурочка, да. Психиатрическая больница. Поменяла на второй. Так, что я хочу показать, девочки. Значит, две штуки. Людочка вчера с работы принесла. Им, как работникам ресторана, мама, по себестоимости отдали. Вера, смотрите, вообще не реагирует. Реагирую, почему? Добрый день. Вот, смотри. Ага. Две штучки. Сейчас тебе показываю. По себестоимости, мама, то ли 120, одна. Да, вот, смотри, какая красивая. Ой. Ну, там такая закладка, говорят, вот, мамочка, камера, смотри, вот камера, мам, вот камера. Я смотрю, камера. Я показываю девочкам, мальчикам, своим дорогим подписчикам. Боже вот мой, такая боже вот пасочка. Она весит, наверное, грамм, не знаю, ну, наверное, грамм... Наверное, 300. Да, грамм 300. Грамм 300. Вот так. Много понтов. Люда устала так, говорит, мама, столько позаказывали, люди заранее заказывали. Да. И вчера паски готовы, паски, она только успевала паковать, успевала паковать. И вы, о, господи, я заговариваюсь. И выдавать, поняла? Все, пойду отнесу. Ну, повернись в камеру, там же ж люди, смотри, мама. Это зритель, это наши зрители, аудитория. Если камера включена, они, конечно, доброе утро, аудитория. Неприлично постоянно стоять спиной. Как есть, так и хорошо поворачивайся, говорит, вот, да. Я разговариваю. И знаешь, такой, как нормальные блогеры. С наступающими. Чтоб они не делали, они на камеру смотрят. Это вот период, камера. Хорошо. Мама тупая, совершенно не понимает, как. Не тупая, все. В общем так, с наступающими. Доброе утро и с наступающим. На носочки надо тебе подниматься, чтобы тебя было видно, понимаешь? На носочки. На носочки. Ладно, все, давай же будем брови красить и будем управляться. Хорошо. Все, Степа, выйди. Выйди, красавчик мой. Ножичек. Сережичек. Ну, там где. Теперь надо как-то ее сложить, господи. Как-то надо ее сложить. Так. Люда вчера коробки собирала и говорит, мама... 3 дня, а сегодня будет сменщица. Ага. Будет выдавать. Это же им прибыль будет какая-то. Да, им будет прибыль. Нет, для ресторана это ж плюс. Конечно. Ну вот, прямо так мявкала. Вышла Вера. И столько надо мявкотни надо устраивать. Мой красавчик. Я только захожу, Вера картошку чистит. Помните, как он вчера держал этот самый пирожное в судочке? Берет лужпайки в руки и в руках лужпайку держит. На коленка маме. Это самое. Ой, ну такой же прям. Уже так погуляет чуть-чуть. Так холодно еще. Ну все, забирай. Да подожди мне ведро. Забери. Закинешь. Закинь, пожалуйста. Ну такой же прямо. Кошачок маленький. Маленький кошачок. Ударная доза кофе. Прям ударная, чтоб уже раз. А то вчера очень много людей, я знаю, жаловались на это самое, на головные боли. Как сейчас немножко не о грустном, немножечко так о грустном, о своей куме. Вчера созванивалась с ней. Как ты, что там, ну, держится, голос такой уже перестала быть. Ой, такую помощь оказывают. Ой, какую помощь оказывают побратимы, девочки. В общем, она не одна в этом горе. Она не одна в этом горе, и командование. Во вторник его привезут. Не хватает медиков, не хватает этих, как, не поваров, вот эти, знаете, которые надо кушать, готовить, хотя бы элементарно, пацаны сами отвлекаются на это. В общем, много людей не хватает, людей просто нет. И вот я вам вчера рассказывала, что с нами вчера случилось. Ну, как рассказывала, намекнула, вот эти люди нехорошие, они тоже...
Короче, им надо быть уже там, а они еще здесь. Ладно, мои хорошие. Самое главное в жизни, вот что бы что ни говорил, когда горе, когда беда, чтобы мы были сплоченные и до людей, к людям. Мне кажется, люди, они могут с такого болота вытянуть человека. Они могут так поддержать. То уже мной 100 раз в жизни, конечно, испробовано. А по поводу глазури, Верочка, а я с трепетом ждала, чтобы облизать миску. Верочка говорит, вчера мне пишет подписчица. Боже мой, с первого дня общаюсь с этой женщиной. Она, по-моему, в желтых водах она живет. Она мне пишет, Нателла, наверное, я была неправильным ребенком. Вот никогда не хотелось мне эту глазурь облизать. Я не знаю, я прямо... Мы с сестричкой с двоюродной, с Наташкой, тоже Наташка ее зовут, сидели и думаю, боже мой, ну, бабушка, отвернись, чтобы пальцем себе усы нарисовать. Ладно, всех моего хорошего, всем мира, всем добра. Я погнала дальше. Мне некогда, у меня очень много работы, как всегда. Ой, ну чего ты? А чего ты? Что такое? Садись за телефон. Все, всем мира, всем добра. До встречи.